прекрасно. Я иду по улице в зеленом пиджаке. Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня. Я гладил руки 2 часа. Парикмахерка сидел с утра. И вот иду я по улице один. Я по улице иду. Я по улице один. Я по улице иду. Я по улице один. У моего приятеля есть новые пластинки. Я зайду в кафе, выпью чашку чая, а потом пойду к нему. Зеркало в витрине так похож на бодиколик. Папа скоро даст свою машину покататься мне. Иду я по улице один. Я по улице иду. Я по улице один. Я по улице иду. Я по улице один. Они сказали, надо пройти. Они не верят, что есть другие пути. Не бойся, это только кино. Я знаю точно, это кино. Кончится фильм, зажгу свет, и мы поедем. Это только кино. Я знаю точно, это кино. Кончится фильм, зажгут свет, и мы поедем. Да. Солдат шел по улице домой. Сегодня увидел я ребят. Спешу, ребята. Мама, Анна-Мия, папа, сокольчатый.
же не знаем все, что нам надо знать. И мы будем делать все, что мы захотим, пока мы не угробили весь этот мир. В нас еще до рождения наделали путь. И где тот больной, что сможет их залатывать? Что с того, что мы немного того? Что с того, что мы хотим танцевать? Сердце работает как новый мотор. Почему и чего мы еще должны ждать? Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас, сейчас мы хотим танцевать. 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 Я знаю, что если ночь, должно быть темно, а если утро, должен быть свет. Так было всегда и будет много лет, и это закон. И дети проходных дворов знают, что это так. Я знаю, что если зима, должен быть снег, а если лето, то новое солнце, и я это знаю, я об этом пою, и надеюсь на то, что дети проходных дворов услышат меня. Черный и белый, а есть оттенки, которых больше, но нам нет никакого дела до тех, кто черный, кто белый. Мы дети проходных дворов, найдем с нами свой свет. Thank you.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы сейчас находимся возле стены. Сегодня отмечаем 58-ю годовщину нашего великого певца и композитора Виктора Цоя. Также, как и я, фанат, и многие здесь люди собрались сегодня, чтобы отметить день рождения певца. Но на чем я хочу заострить внимание? На том, что наше славное правительство приняло решение о сносе этой стены. И то, что здесь будет, то есть стены не будет, что-то они здесь хотят сделать. В общем, очень многие наши фанаты не знают об этом. Хочу вам рассказать. Голосуйте, подписывайте петицию о том, против сноса этой стены. Для многих эта стена — это как святое место. Многие сюда приходят для того, чтобы почтить память великого певца и композитора. Здесь собираются не только фанаты Виктора Цоя, а также группы разных отечественных групп, которых сейчас нет. Фанаты группы «Сектор Газа», «Король и Шут» и так далее. Вот. Все, что я хотел сказать. С вами, с любовью, ваш Дмитрий. Все. Не написаны столько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить и на выселках. Камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. И если есть порох, дай огня. Бу-бу-бу-бу. Вот так. Кто войдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался светлой памяти. В трезвом уме да с крепкой рукой в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Ру-бу-бу-бу-бу-бу. Если есть порох, дай огня. Ру-бу-бу-бу-бу. Вот так. Ласковый рассвет встречаешь. В ответ. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Головы до плеч и терпеливые под плеть. Под плеть. Солнце мое, взгляни на меня.